Всем привет! Все мы прекрасно знаем, что ножи из высокоуглеродистой стали ржавеют. Чтобы они не ржавели, я придумал такие ножны, которые на все случаи жизни могут пригодиться. И самое главное, что эти ножны, или чехол, как хотите назовите, на протяжении, через какое-то время можно просто съесть. Вот, смотрите. Нож из высокоуглеродистой стали, который подвержен ржавению. Если его воткнуть вот в такой чехол или в ножны, никакая ржавчина ему не страшна. И все, он так будет очень... И сало будет, это сало, хорошее свежее сало. И сало будет под рукой, и нож будет под рукой. Не будет ржаветь и в случае надобности. Этот чехол, эти ножны можно благополучно съесть. Вот такое коротенькое видео, лайфхак, как уберечь нож, хороший нож из высокоуглеродистой стали, как его уберечь от ржавчины. Вот. Ну, на этом все. Будьте здоровы. До свидания, всего хорошего.